Доброе время суток, дамы и господа, братья и сестры, Мирон на связи. Как вы уже заметили, на моем канале частенько стал выходить музыкальный контент, не волнуйтесь, это не навсегда. Но тем не менее, этот ролик будет посвящен музыке, а именно моей любимой рок-группе «Король и Шут». Это называется православное видео? Ты скатился? Нет, я просто имею в виду, верил ли Горшнев в Бога? Конечно нет, ты только посмотри на них. Да, назвать его жизнь благочестивой, конечно, трудно, но давайте уже узнаем, что он сам об этом говорил в одном из своих интервью. На вопрос о том, что многие рокеры с годами стали религиозными людьми, он ответил: «Я понимаю, что выхода иного нет, но с другой стороны, отчаянно цепляюсь за теорию Дарвина. Я верю в эволюцию и науку, очень люблю научную фантастику Уэллса. Наверное, я атеист. Нет, сейчас это звучит как-то оскорбительно, типа как изгой. Я анархист. Но если приду к какой-то религии, то это будет протестантство. Мне очень близко по духу учение Мартина Лютера, который объяснил Библию простому человеку». Также однажды он сказал, что смысл анархии для него – это Иисус Христос. Он говорил, что не верит в Бога, но верит в добродетель, что явил людям Иисус Христос. Как в человека, он в него верит. Исходя из этого, может считать, что верующим человеком он не был. Однако и убежденным атеистом его тоже не назовешь. Он анархист, и этим все сказано. Я считаю, что если бы он пожил подольше, то обязательно пришел бы к вере, как, например, Кинчев. Во всяком случае, он задумывался о вечном и о добродетели, а это уже очень хорошо. А на этом все. Делитесь своим мнением в комментариях. Также мне было интересно бы узнать, как вам новый формат видео. Я думаю, это нечто необычное. Ну что ж, до скорых встреч. Панки хой!